Это внушительная гряда высоких сопок, одетых густым лесом. Всего лишь малая часть некогда бескрайней уссурийской тайги. Последнее прибежище диких зверей и могучего тигра. Их спасительный рубеж. Национальный парк – это федеральное государственное учреждение и одновременно территория, на которой имеются различные зоны, в отличие от заповедника. На территории национального парка имеются зоны заповедного режима, где режим точно такой же, как в заповеднике. Есть зона особо охраняемая – это аналогично нашему заказнику. На ней пребывание граждан возможно только при сопровождении государственным инспектором. Есть зона рекреационного назначения и туристская зона. Регулируемого туризма она так называется. И на этих зонах могут граждане ходить по предназначенным для них маршрутам. Естественно, в законе оговорено, это статья 34 федерального закона номер 33 об особо охраняемых территориях, что они должны зарегистрироваться при нахождении на территории национального парка. Как особо охраняемая территория, парк создан в июне 2007 года. Цели и задачи сугубо важные. Сохранение и восстановление природных комплексов, историко-культурных объектов, экологическое просвещение населения, внедрение научных методов охраны, мониторинг и создание условий для регулируемого туризма и отдыха. Форма весьма привлекательная для многочисленных любителей природы. Мы отправляемся вместе с сотрудниками парка и встречаем на пути, увы, первую преграду. Угодья этого охотхозяйства примыкают к границам парка. Чтобы попасть на его территорию, надо прежде пройти унизительную процедуру, дождаться охраны, спросить разрешения, записать свое имя в особую тетрадь. Ну, понял, сейчас я запишусь. Ну, или сегодня, или завтра, не знаю. Дорогу в парк преграждает шлагбаум. И от воли охраны зависит ваш дальнейший маршрут. Повернете вы назад или проследуете далее. Но, кажется, все формальности утрясены. Сейчас у них пойдут, поля пойдут, поля, вышки будут. Все наблюдения за зверем. Не проехав и километра, мы находим причину всех предосторожностей. Охотничьи вышки. Отлично оборудованные, со всеми условиями для выслеживания и отстрела добычи. Лежи, сиди, жди, когда зверь окажется на мушке. Но, наконец, мы достигаем желаемого. Вся территория парка составляет площадь более 80 тысяч гектаров. Он расположен в границах трех районов Приморского края – Чугуевском, Ольгинском и Лазовском. Протяженность с севера на юг – 42 километра, с запада на восток – 39 километров. Здесь сосредоточены верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и Киевки, а также участок хребта Сихотэ-Алинь. Преобладающий тип рельефа – средигорный, значительно расчлененный. Горы встречаются повсюду –
и более 50 вершин поднимаются на высоту свыше 1 километра. Кругом дремучая тайга, она занимает 96% площади парка. И чего тут только нет. Кедрово-широколиственные, елово-пихтовые, каменно-березовые, дубовые и горно-тундровые леса. Здесь представлены все типы растительности, характерные для южного Сихотэ-Алини. Их обилие и разнообразие не имеет аналогов в России. Река Милоградовка – одна из самых красивейших в Приморском крае. Ее пороги, водопады и перекаты поистине завораживают. Добраться к ней можно пешим маршрутом, как говорится, налегке. Древние скалы вдоль ее русла возвышаются до полусотни метров. Имя этого водопада – Дивный. Но это удовольствие только для экстремалов. Ведь температура воды не выше 5 градусов. А лес по берегам, без преувеличения, заповедный. В нем никогда не производилось порубок. На оборудованных стоянках и вблизи кордонов можно передохнуть. Не возбраняется, разумеется, в разумных пределах воспользоваться дарами тайги, но только с разрешения администрации. Промышленный сбор запрещен. Давай крути. Редкие реликтовые растения, занесенные в Красную книгу, в границах парка образуют целые сообщества. И они, естественно, нуждаются в охране. К их числу относятся женьшень, кис остроконечный, заманиха высокая, шлемник байкальский, бадан тихоокеанский, а лишайники насчитывают более десятка видов. Богат и разнообразен животный мир парка. В нем обитают почти все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитающих Дальнего Востока. Кабаны, изюбри, пятнистые олени, косули, горалы, кабарга. Привольно чувствуют себя и хищники. Лесной кот, рысь, волк, лиса, енотовидная собака, харза, норка, соболь, бурый и гималайский медведь. И, конечно же, могучий тигр. Но не надейтесь вот так запросто увидеть кого-либо на пешеходной тропе. Таежные жители – существа осторожные и скрытные, а встреча с человеком зачастую не сулит им ничего приятного. А впрочем, даже самый искушенный и бывалый турист наверняка будет несказанно доволен увиденным. Эти таежные пейзажи великолепны в любое время года. Thank you.
Все самые яркие и впечатляющие объекты находятся в рекреационной и туристической зонах. Посещение заповедной зоны категорически запрещено. А находиться на участках особо охраняемых возможно только в сопровождении сотрудников парка. Но вначале нужно прибыть на кордон. Здесь несут круглосуточные дежурства государственные инспекторы по охране. Они наделены всеми правами контроля, досмотра, запрета и задержания лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. К счастью, нарушителей не слишком много. Гораздо больше искренних и горячих любителей природы. Вот их восторженные отзывы. Природа восхитительна. Два дня мы были в сказке. Спасибо вам. Мечтаем вернуться сюда. Ну, а мы этого с Тимофеем вон пешком шли. Наверное, вот такой. Медведь. Не вижу конкретно. Здравствуйте. Здравствуйте. Участковый государственный инспектор национального парка «Зов-Тигр». Так, кто старший? Сергей, я старший. Буду старшим сегодня. Паспорт чей? Вот он. Где Сергей? Хорошо. Сколько у вас вообще человек? Четыре. Четверо. А почему женщина? А, ну и женщина. Ну, четвертая, да. А женщина-то где? В машине. Ну, надо хоть на нее посмотреть. А, ну, что, ну, паспорт есть, да? Паспорт есть. Нет, ну, надо, чтобы живьем было. Живьем, да, да. А вот... Ну, а сейчас пойдемте, я посмотрю машины. Пойдем. Это имеется оружие, удочки. Оркестр, цветы, удочки. Памятник сразу. Удочки. Есть? Да. Слушай, извините. Памятник или что-то, цветы нужны? Стоп. Же, да? Удочки выложите, пожалуйста. А, давай они будут лежать. Сетку я вижу уже. Итак, доставайте, пожалуйста. Просто мы досмотрим. Давай. Сюда выложите это. Щелкай. Сейчас все сразу просто. Сеть браконьерская, ИЧА 1,8. Это запрещенное орудие лова у нас на реке Милоградовке. Было изъято из машины, которые ехали на отдых на реку Милоградовку, к водопаду. Фотоловушка используется для регистрации туристов, проезжающие машины. Их запечатлела фотоловушка. 10.09. Проходящий турист. Рысь. Изюбри. Кабан. И тот, в честь кого назван парк. А это те, кто мешает им. Машина уехала, я взял оттуда, выцепил, прочитал. После этого мы возбудили. Вот он. Малышка наша, путевочка. Заходили вчера. Все, блядь, давайте осмотрим. Спальный мешочек, поднимите. Ну, это нормальное явление. Я просто был в Канаде в таком же парке. Ну, там немножко, тут, видать, только организовался. А там уже это поставлено на, как бы, правительственном уровне. Если здесь сделают еще более-менее, прогредируют дорогу и поставят там биваки, где можно просто сидеть, будет гораздо приятнее.
как раз являемся тем исключением, вот, о котором с высокой трибуны было сказано на Тигринном саммите в Санкт-Петербурге, что в целях сохранения Амурского тигра были созданы три национальных парка. Два из них в той ФЦП были указаны. Это Удыгейская легенда и зов тигра в Приморском крае. Как известно, Приморский край – это 78% ареала Амурского тигра. Штат администрации сотрудников парка весьма немногочислен. Долгие 20 лет ученые Приморского края готовили экологическую программу и пробивали саму идею его создания. Пусть времени со дня открытия прошло немного, но сделано уже достаточно. Проложены туристические тропы, оборудованы стоянки, благоустроена территория. Работы впереди немало, но сотрудники парка готовы принять всех желающих побывать в незабываемых заповедных местах. Сейчас в крае вот уже разработана программа внутреннего туризма. И, конечно, бы нам очень бы хотелось, чтобы вот наши вот такие источники, как Чистоводная, как там горы Дракона, те же самые под Чистоводным, те же Еломовские водопады, та же шапка Мономаха, которая вот тут рядом, и вот эти вот памятники природы, которые растительности, да, чтобы они посещались людьми, чтобы они приносили удовольствие, и люди знали, что такое есть в природе, что оно еще сохранено, и что на него можно полюбоваться и как бы получить от этого удовольствие определенное. Надо как бы сохранять эту территорию для того, чтобы она была в естественном виде, и там что-то и росло, и с животного мира что-то было, и так далее, и тому подобное. Поэтому я только за то, чтобы эта территория продолжала развиваться и приносила пользу. В полезности и нужности этого дела, кажется, не сомневается никто. Однако охотничьи вышки по периметру парка стоят как часовые, и приходится судиться с их хозяевами. Но толку от этого мало. Только после того, как вмешался Путин лично, Трутнев лично, то, естественно, после этого... Из кадра фамилия лишняя вычеркнуть. Да, естественно. Нет, это называется оговорка по Фрейду. Да. Это правильно сказано. После того, как Юрий Петрович Трутнев вмешался, все, после этого у нас было полегче стало. Но при этом он записывает всех, кто проезжает. При этом он пытается записывать и наших оперативников, что категорически нельзя. Мы знаем, кто он есть. Теперь вы свои фамилии называете, да. Я фамилии не знаю. Пиши Истигечев, Истигечев. Дорога, как и прежде, запирается на замок. И шумливая речка Милоградовка тоже заперта подо льдом. Но скалы и лес по берегам сказочно красивы. Зимой туристы редки, и следы хозяина тайги можно встретить где угодно. Он ведь не знает, что живет на заповедной земле.